А, ну включаю пока запись. Заливать отдельно нахуй все эти здоровые записи стримов. Так. Чем бы Урбан. Тут. Хотя, на самом деле, я не уверен, что мне нужно так много танго. Чем может веточки все-таки купить? Вариант, наверное. Наверное. Я ладно, хуй с ним куплю все-таки. Танго пускай будет. Не тапок же брать. Меня, кстати, напрягает, что я не могу в группу почему-то говорить в этом в игре. Ребят, вы хуй ту напикали, если честно. Нахуй нам этот, блядь, шторм и электродед сразу? Нам так-то нужен был этот пидорас, который адекашит, либо еще один семисаппорт. Нам а... типа фарма не хватит этой хуйни. Обратку алебарду троить? Чё там? Сейчас, подожди, как все пойдет. Может у тебя все хорошо, поэтому хоть радиация. Ну, типа, будет. Смотри, шторм это изи мид будет. На начале. Будет насилие снайпера и сларка. Понимаю. Это два. Снайпер будет мид, так что... Где 50 на 50 мид будет. Получил 6, я его унижу с орчидом даже. Даже могу без орчида. Ой, смотри, короче, у них есть три пидораса, которые насовывают с руки. Танковать могу я. Насасывать могут остальные, да? Это хусик мид. Давайте я привяжу его к хуям. Качайте эти, блядь, станы, заморозки и так дальше. Закидывайте, если что. Они что, все здесь, что ли? Он за мной именно ху... Бейте их ускоряю, ребят. Все, красав. ФБ уже. Отходите чуть назад, ребят, у меня есть еще одна заморозка. ВК, ошибаешься. Уже себя. Не, нормально. Че, забираем эту руну? Да, станьте его как-нибудь. Понятно. Забирайте три руны. Все, красавцы, расходимся по лайну. Только зачем вот этот вардик, я без понятия. Это Эльбарда и Радик. Интересно. Блять, какие-то странные варды, если честно, ребят. Так это не я ставил, это Зевс. Блять, электрические говнюки. Сами там ебитесь. Не в жопу. Как говорится, Саш, меньше токсичности, меньше токсичности. Посмотри, что они сделали здесь. Ну, то, что ты жопу рисуешь, мне как бы не сильно. Ты на ЦМ-ке, да? Да, на ЦМ-очке. На ЦМ-очке? Угу. У него эта хуйня пока включена, вообще начнет подходить. Ну, чё, а что у него включено? Короче, этот, блядь, дух ворует урон. Ну как ворует урон? Он получает урон за каждого задетого что героя, что обычного чела. Прикольно. Типа бота. Стакай на них эту хуйню, слышишь? Убивай. Блядь. На меня похуй, бей его. Ой, хорошо. Даже вот так вот, блядь, ошибку сделал. Не, ману нет. Понимаю. Ну, бежит, значит. Иди фармить. Типа дал на кускаре вторым скиллом, просто фармит скрипу. Так, ПТшка, где ПТшка? Блять. Бля, я запутался.
Ботинок себе купи достаточно будет, если сильно хочешь. Отойди маленько, отойди. Угу. О, мана. Мама, мне дали ману. Противник нас обходит. Да, я вижу. Пытается сбить Кларисе, мне кажется. Бля. А, не, все, не собьет ничего. Шел нахуй. Да сбил он тебе, сбил уже. Разве? Да, там вроде просто действие закончилось, нет? Нет, он тебе его сбил. Вот пидор. А, просто лучшее добивание в мире. А, сралки пока шестой не получил, надо его все-таки наказывать. Давай, наказывай. Точно. Сосать. Совсем забыл. Понимаю. Блять. Я хотел, чтобы его башню переагрила. Тупо сделал в итоге сдох. Да отошел бы, ну, как добил Сларка, надо было просто отходить и все. Ребята, стопы или мидер, выкупайте вард сразу. Пусть они выкупают. Мне он не так сильно нужен сейчас. Тебе и так много вижу, но я вижу. Смотри. Где мое дерево? Сильно много урона. Ох, скороб. Можно салка последовать, если что. Че, уверен? Ну, пока что да. Ма. Я поставил вердик от мидера, если что. Научите стримера добивать котов. Бля, это хуйта меня заебало. Чё он вообще делает? Сейчас у титана будет дополнительный дамаг сроки. Интересно. В каждой катке бы так два варда сломать. Слушай, раз туда пошел, забери, пожалуйста, второй рунг тоже. Скоро лесу фармит. Блять. Мне надо было идти туда пораньше. Если бы я пошел туда пораньше, то Слар бы помер. Очередная отшипочка. А, мидер, можешь подключиться, пожалуйста, мне тут титан, половинка. Чаще. Ну, Сларка можно забрать. Ну, он ушел, он уходит, я не пойду туда. Ой, поверь на слово, не уходит, он, блядь, наоборот нападает. Спасибо, Мизи. Вот обожаю такую тему, когда зовут, просят что. Еще чем музыка играет, вообще кайф. Если не блатняк, то ладно. Не, даже не, осуждать не экстрачил. Буду. Если не френдзон, автоматом дизлайк. И репорт. Кайф. Нет, у меня там меньше 400 часов. На меня вышел Славк. Пошел обратно. Опять 25. Так, он топает. Вот говню, как он посмел. Смотри, ник титана. Меня рубит. Актуалочка заехала. Да. Добивай эту крепочку, пожалуйста. Я пытаюсь.
то мне уже приходится добирать их. Саша, у тебя часов в доте в 10 раз больше, чем у меня. Что ты от меня хочешь? Ну... Ну... Не детей. Так, сразу промахнулся. Не, слишком мало маны. Когда там я эти... пассивку. Похуй, 1-1 размер. Пассивку Макшу, если что, для тебя. Точнее, 3-2-1 мид. Ну, можно наказывать, слышишь? Сколько он больше получил, правда, да похуй. Я не хочу идти под башню. Нет, блять. Блять. Я сам. Слушай, вот мне жопа сразу говорила, не надо этого делать. Какого хуя я вообще за тобой пошел, блять? Вот я дебил. Отчего так в России? Верёвки. Бег, бег. Я лечу наверх. Чё он вообще делает? Отходим. Я не пойду дальше. Слушай, а, блин, надо оборотку. Зачем? Почему? Я же сказал. Дурак. Филя. Ауч. А, можно мне попросить собрать типа... вуду-маск сначала? Вот маску, хотя бы вуду-маск одну. Зачем мне вуду-маск? Действительно, зачем тебе вуду-маск? Да это не лайфстил. Ау-е. Ау-е. Лайфстил. Ах, Оскар с его, понимаю. Какие страшные звуки там у тебя. Дока 2, да, Рингар. Привет. Восхалка 6. Нету смысла его теперь мочарить. Если гнобит, то только титана. А у него фласка еще есть. Добирай. Угу. Добирай крипов, сказал Саша, и при этом одного крипа у меня со стилем. Понимаю. Ух ты, бля, здорово. У меня есть ульта, если чё. Понимаю. Да, нахуй. У меня есть танго. А чё ты там такой слабый? Не, серьёзно, чё он такой слабый? Без понятия. Хорошо. Один. Ну типа видишь, шторм, он на таких рейтингах не контрится. У меня уже есть орч. Рейтинг. Какой рейтинг? Это паблик чел. Как будешь? Да, хорошо все. Хуета тебе тарь, блять, или барду? Сейчас на низ прилечу. Ну, слушай, в паблике обратка вещь очень немовая, скажу тебе сразу, скрытно. Ни ульта нету. Оскар. Тут я... Пизди, тут пизди. Я люлей получу быстрее, отходи. Он на хосте, видишь. Отходи. Мог бы тебе сейчас фильм. Ошибаюсь, тут видишь. Хотят, зачем? Нет, иду, типа, зачем? Типа, я просто даже не думал о том, что может меня там за одну тычку четверть хп снять. Ну, это там не тычка, там это типа скилл, сколько он там, 240 наносит. Я там и говорю, что это была тычка вот такая, ну, скилл был, что Макс. Говорю, после этого ебучего призрака у него тычка увеличивается очень сильно. Я ж тебе говорил это. Если он пройдет по большому количеству наших героев и по крипам, нам пизда. У него там будет урон с руки 200+. Прикольно. Ну чё, как обычно фидим, да? Да. Хотя вот конкретно здесь это просто постоянные размены.
по сути своей. А у них типа тамба, а нихуя себе. Тамба, что? Андай, ну, комбинация. Сапалки не пизди, только китами. Так, у нас тут гости еще одни. Ну, я понимаю, у меня тоже тут гости. Не подходи. Я зачем ты сюда пришел? Чисто. Не все к вам пошли, скорее всего, на... Рожден сосать. Рожден сосать, не ебать. Ты можешь скиллы там закидывать в него сейчас, нет? Блять, спасибо. Наверху творится. Пока мы его не видим, он хорошо хилится. Если бы кинул пару скиллов, он бы не хилился. Я бы его смог приморозить заодно. Ладно, сейчас я буду. Мисхлик. Бутылочку подпробуй. Походи. Я ушел снизу. Была бы братка у меня сейчас. Это было бы кринж для них. Вновлю, слушай, понемножечку их, чтобы не мешал. Чтобы мешался и мне. Следи за призраком, он топать может. Да? Хуя. Да, призрак и сам герой топает. Нихуя ж себе, сказала я себе. Ультру срал, посрал. Хорошо. Молодец. Могу на низ прибежать. Да пока все спокойно. Сларк прожимает ульту, как попало. Че, Хускара только найду? В лесу, который. Можешь? Я бегу на низ, там как Хускар наверху, потом рассыпаюсь наверх. Сикер, ой, Сларк тут. Сларк тут. Забей орчином про. Ебучий сон. Да ну нахуй. Или не ну нахуй. Не успел. Хорош брист. Я не брист, я ежик. Пьяный, пьяный ежик, ежик, пьяный, пьяный. Какая-то песня была стрёмная по этому поводу или чё? Чё? Была какая-то стрёмная песня по этому поводу? Ну не подойти, просто есть песня про пьяного ежа. Я просто её никогда в жизни не слышал. Ну, послушай как-нибудь красную... Слушай, послушай как-нибудь красную плесень. У меня ошибка была, забей. Какая ошибка, всё хорошо. Я не успел, забей, я дал. Это было раньше. Хорош. Да, почти, почти. Все равно хорош. Ну там слабо все время было, типа, без вариантов. Жалко, что он в тебя, конечно, он танул. Я думал, он на меня переключится. Не-е-е. Бля, я думал, обратно спасет, поможет, но что-то нихуя. Чуть-чуть не хватило, чтобы добить. Писал классический сервер, есть новости. Я не слежу за лодами. Я не слежу за лодами, вообще поебать, честно. Сларк меня хейтить собирается или что?
Снайпер, по идее, не уходит. По идее, это по идее, у нас ВК просто. Ну, молодец. Фейзы. Он умирает. Да нахуй что? Стан кидай, стан. Будет видео, самое время ворваться в Володу. Да, конечно. Помогите! Помогите! Зевс, ебаный рот, пожалуйста, спаси! Просто стой спиной, нормально. Первый скилл Зевс. Просто ебаный армалет, блядь, как я его ненавижу, сука. Откуда у него империк? Охуенно, 9 хп. Дефьюз. Понимаю. Он не дефуза, у него это нейтральный предмет на вампире, который. Не, у него вот этот клинок, который манажерит. Дефьюз блейд. ДДшки на топе, ребят, заберите, пожалуйста. Хотя не надо было вот это говно брать, немножко затопил. Ладно. Охуеть, они, блядь, меня уже под башней жмут. Понимаю. Тут саппорт, тем более у него, ну, вот так. Я лечу, если что, я снайпер сейчас загашу. БК, Леон, БК. Там их что-то. Мне кажется, надо на реген хп все-таки собираться и на впереди вампиры катскилы. Потому что сейчас тебе выживаемость при тесте этого очень мало. Да, нормально все. Ну смотри. Ну сейчас этот талисман возьму, там на уклонение будет хороший бонус. Тем более у меня скиллы есть там по ходу прокачки. Тоже. Ну хотя да, немножко регена хп не хватает. Немножко. Тебе его нету почти. Бля, Сларка сейчас хуй убью. Ой, бля. Да, попробуй. Это хуёвая идея. Ладно, я ошибся. Красавец. Не на базу. Хускарн? А, это иллюзия. Да насрать, пусть 16 это один. А я хотел сломать, чтобы они не получили деньги. Ясно. Сейчас он с глифом обновился. Я Хускара сейчас не могу убить, потому что у него конченый армлет сейчас сыграет роль, а потом уже нет. Можем подрать. Хорош. Лучший. Да, пока что я лучше фидер нашей команды. Сейчас двое улетает, надо хватать Элдера. Хватайте Элдера, сейчас эта хуйня улетает. Ну, блять, ебаный в рот, Зевс, но. Нахуй ты продолжаешь стоять. Стой, рыбья, сука. Второй. Наби. Продолжай бежать, и даблы постоянно жми, 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 жми. Блядь, чуть-чуть не хватило, он отхилился. Ну, уходи, забью, уходи, 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 уходи просто. Бэм, хорош. Все правильно, ага. Я не чувствую, что я здесь что-то могу сделать. Хочу уйти.
Надо немного пофармить. Рыба опять фуловая, сука. 19-го. Да это рыба всегда будет фуловая, ты чё? Ну, Хускар в миду унижен был, типа, сам посмотрел, он ещё 17-го бегает. 18-го, блядь. Не, сварка лучше не подходить. Блять, слушай, мы проигрываем, что ли? Я думал, у нас наоборот все более-менее нормально. Нет, у нас все более-менее нормально. Нам принесли почти все, чел. Пуш потанцевал наш на дне, да. О, эту хуйню можно мне, пожалуйста? Я не хочу туда идти. Кто хочет? У меня бессилие было. Понимаю. Че, играем от этого? Нельзя было мне подходить от флаша. Получается так, у них снайпер пушит, вот в этом минус. Филька, вот смотри, вот смотри, возможно, алибарда это прекрасный был бы предмет против них, но Полин Хантер сейчас 23-я минута, и прямо сейчас хуя, это вот сенчили хуетели не делает. Вот несерьезно. Ни хабариген не дает, ни вампир дополнительный он тебе не дает. Слово совсем. Я понимаю. Вследствие этого у тебя выживаемости меньше. Я понимаю. Ну, как бы, слушай, что мне с ним делать? Продать его себе, что ли? Скоро под армлетом мы не перебьем. Буду маску собрать, может, он увеличивает количество эргена. Вампиризма. Слушай, я уже алибард почти собрал. Буду маск стоит 900. Да, алибард, тебе сколько осталось? Немного. Буквально 300 максимум. Чего? Мне осталось еще соточка до талисмана и еще 200 стоит рецепт на алибарду. Ну второго скилл, блядь, спасибо. Ты чё это за, блядь, за ульта была? Я, блядь, понять не могу, чё с... Ой, Блудторн, говорю, Блудс. Чё, потайную лапу не догоню. Весело, никто против Хускар не собрал. Знай бы, что это такое. Я линку фармлю. Фармлю. Значит, никак. Так, алибарда есть. Теперь вопрос, что мне с ним делать? Ставить на противников, которые дамажат с руки. В первую очередь снайпера срал. Снайпер кто? Срал. Мистер срал? Рыба. Рыба это кто? А, Сларк. Блять, чё, просто бы искал Сларк, не надо меня пытаться вот так серьезно. Согласен. Это было лишним. Просто автоматом ставить или при каком-то определенном условии? Самостоятельно прожимай. Задаешь прямой вопрос, получаешь ровно еще там хуя. Так, что дальше собрать? Надо что-нибудь на выживаемость, какой-нибудь вангвардик. Радианс необходим предмет на 26-й минуте. Нет, радианс оставит. Нет, не понял. У нас господин. Бать, вы бы это сейчас видели, нахуй. Я сейчас такое пережил, еб. Он ульту в крипов слил. На. Ульту в крипов сливает. Я не удивлен. Он тут не. Ебать, он подставил, сука. А, я, короче, немного запутался в складах предметов.
Мне вопрос, а что мне сбило ульту мою? Объясните, пожалуйста, потому что сон мне не кидали еще. А, сон. Нет, чувак, типа, я не был сон, с ней, я во сне был. Я был во сне. Если я был, значит, ты был. Понимаешь? Типа, мы спим вместе или что? Это на что иллюзия? Да. Предан. Не, серьезно, вот сюда вот закинули, типа, иллюзию Элгара. Какие-то гейские у тебя щетки, типа... чувак. Похуй. Можешь не оправдываться. Я... Окей. Чоу. Ага, сломал шуточку, да? Ну типа. Мы хуй рыбу перебьем, ебаную. Ой, блядь. Они перебили, хорош. Ебать, я выжил. Нас аванпост спиздили. Да пох... Я думаю, что мне 2 манрегина дают, ладно. Ма. Мне надо варник поставить у них. Точнее, у нас в лесу. Филя, забирай этот предмет себе. Вот этот предмет отдайте, пожалуйста, этому, блять, Бристлбеку. Какой? Паладин Сворд, что ли? Блять, ВК. Побрить, что ли, его? А, ну, он... ВК, отдай, блять, Паладин Сворд Фливеру. Ему это, блять, намного нужнее, чем тебе. Ну, дай болт этот, Варшан. Видишь, нет. Спасибо. Так. Блять, впервые так долго игра идет за этого, за шторма. 29 минут это долго. Как жизнь? Да заебись. Ой, ебать, 21 реген, наконец-то. ККУ. Бля, чуть-чуть не долетел, обидно. Ну, я примерно вот до сюда долетаю спокойно. Запоминай этот момент. Собери Eternal Shroud. Ну, кстати, как вариант. Так у меня 19, считай. Блять, ебать, я рукожоп, нахуй я хочу ливнуть уже. Ctrl-K. Опа! Я вижу такую штучку интересную. А. Пизда, ее сейчас заберут и все. Бля. Ну, ребята, давайте я дефа, дефа лучше, не? Типа нахуй здесь сидеть. А вот этот предмет, кстати, топовый будет на ВК. Каждый полтора... Получается, сколько там КД? Каждые 12 секунд на 1.5 секунды стало будет кидать. Интересно, если я прогуляюсь до их лавки, меня там ёбнут или нет? Нет, они всегда... Они вчетвером сейчас ходят. Они иначе не... Они идут в наш лес. Какая-то оранжевая хуйня идет к нам. Прям барак. Штучка справа от скиллов. Блять, Обама. Это типа дополнительные предметы. Я отойду. Маны нет. Уничтожи. Основная ошибка, я не прижимал первый скилл. Кристалл, типа, можно купить хуйню, которая дает дополнительные Всё. Скиллы на героя. Ну, или улучшает какие-то другие скиллы. Ты про шаут-то? Ну, Огонь Инспектор. Бля, Огонь Инспектор, блять, посох. Ты сказал кристалл. Наганим шарты, аганим все. Ну, короче, просто спрашивали, что ты за хуйня. Я забыл про существование ботла, и мне маны не хватило. Нет, не ушел в проспорт.
При этом кого? Надо пушить, ребят. Надо хотя бы одну башенку спушить. У нас денег вообще не хватает на команду. Че, количество бабла зависит от спушенных баз? Нет, просто спушенная башня дает бабло всем. А, ты об этом, господи, понимаю. Понимаю. Шторм, слышишь, если что, готовься на бот выезжать. Мы, скорее всего, будем это сладкие для противника. Маны не будет. Будет. Тем более там уже все возродились. Ты никого там не забыл, не? Все. Тут сравка еще. Сларка. Херово, надо дойти. Подходим. Бля. Вот он подошел. Начал подходить, понимаю. Можешь подходить все равно. Нет, там. Надо твоим союзникам позволить уйти. Рано. Куда ты лезешь, блять, ВК? Где ты хочешь? Возвращайся. Уже бегу. Поздно. Я побегу. Убивай, убивай. Молодцы. И пусть тебе будет, ребят, бочки. До казарм. Как успехи на работе, да, заебись? Пока все заебись. Так, ну чё, Кримсон почти есть. Вызывать курьера, думаю, сюда не стоит. Мне без глифа надо пушить. Купи себе это сначала. Всё, уходим. Ну, походу, я сейчас соберу Кримсон на базу, да. Может, все-таки Радик? Радик, это слишком поздно. Ну ладно, Шраут. Радик Шраут позволяет хорошо фармить. Слышишь? Такая чисто чил музыка играет. Дэнди на шторме. Как будто я не буду, что тебе играет. Я бы тебя еще понял, чил что тебе там был мальчик играл в тату. Че, опять АДФ играем? Тип того. Та-та-та-та-та-та. Мне пизда. Че, блять, куда он мне дает? А у Лука Радик не есть, у меня его нет. Да. А нахуй два радианца в команду, скажи. Ну, чтоб были. Они не стакаются. Конечно. Говорю тебе, если ты хочешь собирать радианс, его нужно собирать чуть ли не первым предметом, потому что он позволяет хорошо фармиться и как бы отвечает команду противников именно автоатаку на 17%. Или сколько там? Да, 17%. Интересно. То есть сейчас вот в поздней стадии, типа, это... Нет никакого смысла. Угу.
Наши походы с ВК, наверное, не самые адекватные. Отходи. ВК, уходи стопы, пожалуйста. Тебя сейчас ёбнет. Я не долетел, забей. Ой, бля, не учит до нити. В нашем лесу так хорошо и тепло. Бежим. Максимально быстро бежим. Что такое? Где горит? Я на базу. ВК, вот если они потом пойдут, я их сбрею. У меня 29 сейчас с этих, я примерно до сюда долечу. Опиздал на этом. За мной сралку вышел, да. Хорошо, не моби. Ну нет. Просто на мид бежали, суки. За мной выехали, ребят. Я тут могу помочь, конечно, но... А смысл? Блять, ульту мне сбили, суки. Да, что это, блядь, мне ульту сбило сейчас? Здесь нету никакого снай близко. Да, нахуй что-то. У меня оглушение сейчас от чего-то пришло. Вот смотри, я сейчас получил микробаш, чего я даже, блядь, не понял. Что это за хуйня была? А у меня баш был, алло, я и сам не знаю, чего. Вот, а, у него баш. Баша. Понятно. А ты костыл под инвизом, меня башат. Сралка пиздец. Далековато он, не догонишь. Ну да. Вражеская потайная. Титанчик. Я туда и шел. Не долетел до базы. Проверь, Бриз, проверь уже. Рошану, проверь. Ну-ка. Бриз. О, релик можно мне? Забирай релик. Мне просто некуда его положить. А где ты? Он на базе. Че там с Рошиком? Есть Рошик. Брист, возьми этот Минотавр. Минотавр возьми. Он тебе попрофит не... Типа он будет лучше хилиться же с этого спаладин с Форда лучше. Так, смотри, в чем прикол. У него есть Wood Mask. Типа, это раз. Два, а это у него будет БКБ. БКБ халявная, БКБ халявная. БКБ халявная, это действительно сильно, но сейчас ты думаешь, это не опционально. Там сильно таких вот скиллов, которые именно будут его контролить. Именно магические. Там разве я обчелся. Они пошли на Рошана, походу. Ебать! Ну забирай, блядь, чё ты там быть? Я не могу, я бы умер там. Он без БКБ. Давай, зажай. Всё. А Эгис нет? Продолжайте, жмите.
Блять, там ДД. Нечем жать мне кнопки в КД. Я сейчас вообще, если честно, немножко потерял концентрацию на экране. Чуть эпилепсия не включилась. Да, блять, он в какой раз мне сбивает тульту, сука, блять, рогатая. В принципе, можно сделать звуки игры потише, чтобы меня нормально слышно было в любой ситуации. Вот так вот сделаем. Надо, блядь, пушить троном, нахуй. Ребят, ДДшку возьмите, будет быстрее пушить. Там ДДшка валяется еще с файта, если что. Сука, блядь, только один, нахуй, блядь, один ульт сделал, остальные, блядь, сбивали мне. Пидорасы, блядь, рогатые, сука. Ну типа да, скинул алебард на хускварах, хоть что-то сделал полезного при смерти. Ну и протофидер жесткий, как бы, посмотрите на счет, блять, я тут больше всех зафидил вместе с саппортом. Ну мне это еще простительно, знаешь. Трон давай сразу. В трон. Казармы сначала лучше сломать, потом уже в трон идти. Какая разница? Какая разница? Бэкдор уже. Теперь трон. Хазык, я до вас зайду, конечно. Ну хотя трон смещать уже, скорее всего, к тому моменту. Не факт. Используй скиллы почаще сейчас, пока идешь. Ну да. Здесь трон. Ха! Спасибо за игру, ребят. Всем спасибо, а его лучше. Спасибо. Ну это было не так ужасно. Так, еще. Позитивно, чувак. Надо ему все равно лайк будет поставить. Да. Не знаю, как ты, чувак. Да, поставим лайк, чувак. Если честно, я вот думаю, где я там обосрался. Ну, блядь, не знаю, у меня такое чувство, что алебарда была немножко лишней. Ну, в этой игре она была лишняя. Она только под лейт могла использоваться нормально. Да, и по сути единственное. Не хватало хп энергена, не возникло. Вот единственное, где я использовал, по сути, алебарду, это вот в последнем файте, где я кинул на Хускара, когда он был фуллоу, вот тогда это более менее еще как-то сыграло. А вот во всех остальных алебарда это был мертвый груз, из-за которого я скорее больше умирал, чем что-то полезное делал. Поэтому да. Надо было, наверное,